На сегодня с утра пораньше с вами будет только злой полицейский, потому что доброго полицейского отправили в ссылку в садку. Наверное, так слоны, которые никогда не платят, мстят нам, авторам не самой непопулярной в городе передачи, за то, что она вообще существует и выходит на свет. И сегодня будет раздача этих самых слонов кому? А нефтяникам нашим, любимым. Почему? А потому что какая-то странная ситуация творится. Вроде мировые цены на нефть все идут вниз, а в России и в Магнитогорске в частности они все идут вверх. Ну ладно, чтобы еще и качество бензина увеличилось. А вот недавно заправился на одной центральной городской автозаправочной станции. Очень капризная машина, знаете, турбина там, все остальные дела. Ехать перестала сразу же. Другой пример. Поехали к цирку. Проезжайте, посмотрите. 98. Сколько стоит? Ну, почти доллар за литр. Это уже немножко начинает, скажем так, нервировать. И что вы думаете? Никто этого не замечает? Наверное, так. Где же наши пацифисты, зеленые и все остальные антиглобалисты? Автостоп – это такая передачка, которая не молчала и молчать не будет. Как бы врагам нашим этого не хотелось. И мы польем немножко скипидара на заднюю точку тех, кто владеет вот этими самыми заправочными станциями. По крайней мере, в эти несколько секунд, когда я совершал эти эфирные инсинуации, им будет не очень хорошо и комфортно.